Всем привет! И с вами снова я, Мария. И сегодня я буду вас знакомить с тем, с кем вы уже заочно знакомы. С тем, кто в большинстве наших роликов и интервью стоит рядом, за камерой. Азат, привет! Мария, привет! Всем привет, зрители, кто меня узнал. Какие услуги входят в твой продукт? Я в основном специализируюсь на свадебных съемках. Это такая интересная тема, которая будет существовать и существовала. Я с удовольствием отношусь к своему делу с любовью, так скажем, как и молодожены относятся друг к другу. С любовью по отношению к съемкам, к монтажу. Я свадьбы пишу как музыку, можно сказать. Я сочиняю, так как я музыкант, я знаю, что это такое, от народного до классики. И для меня молодожены, они бывают разные на самом деле. Вот. И конечно, мне приходится сочинять, изучать, и тоже интересно проникнуть в их мир, так скажем. Вот, их взгляды, их любовь, чувства. И на самом деле я являюсь свидетелем этого торжества всего дня. То есть я больше вижу, больше слышу, мы больше общаемся. Вот. И что могу даже пересказать и написать книгу про них. То есть ты предпочитаешь снимать свадьбы? Свадьбы, да. Я вот видела, у тебя и Love Story тоже есть. Love Story, да, это немножко как прелюдия музыки. Ага. То есть, так скажем, подготовка. И поэтому я как бы эту услугу тоже оказываю, я предлагаю, не хотите ли вы там запечатлеть на реальных событиях ваше знакомство, затем предложение. Но если такового нет предпочтения на реальных событиях, то это можно придумать, сыграть, обыграть, додумать интересные моменты. И поэтому после Love Story наступает свадебный день. И мы уже приступаем. То есть съемка события с самого утра и до самого вечера. Все верно. Ты, получается, сутки бываешь вместе с утра, молодоженами? Да, то есть когда мне звонят молодожены, они уточняют. Конечно, всех интересует, как вы работаете, почасно, не почасно. Там. Часовая оплата или зараз, да? Для меня очень важен момент, чтобы их не покинуть до завершения мероприятия, да, когда они говорят благодарственные слова, также меня тоже благодарят. Приятно, согласна. За терпеливость, то, что до конца. И эти моменты, они оказываются у меня. То есть для меня важны исходники, то, что было отснято. Ну, а потом уже монтажная работа. То есть ты, получается, весь день с утра до вечера проводишь с молодоженами. С молодоженами. И потом сколько времени занимает монтирование этого фильма? Монтирование. Через какое время ты предоставляешь им готовый продукт? Монтаж длится 3 месяца. Вот, три месяца, так как это нужно проникнуть в этот мир, прожитый мир. То есть я полностью погружаюсь в эту атмосферу, заново перерабатываю. В поиске правильной композиции, сопровождения, так как все молодожены, они все индивидуальны. Не каждой песне подойдет. Также я люблю динамичные фильмы, то есть там, где присутствует динамика, темперамент, и музыка качает тоже, поддерживает, очень важную роль играет. Вот. Ну и также подборка песен, так как можно поставить какую-нибудь иностранную песню там про слона на самом деле. Вот. Нужно это все изучать, структуру. А построение. Вообще концепцию ты проговариваешь с молодоженами или ты уже с готовыми предложениями приходишь? Когда мне звонят, я всегда интересуюсь, как будет проходить ваш день. Вот. А затем, как вы хотите провести этот день. Все пожелания, так как я должен это все учитывать. Вот.
А потом уже, исходя от этого, мы начинаем писать план, таймлайн, там, подготовка, локации, также и сборы молодоженов. Я их все это учитываю. Если где-то нужна помощь, я подсказываю обязательно. То есть я консультирую, на самом деле, как должно все это проходить, так как свадьба строится из мелочей. Азат, скажи, пожалуйста, вот ты, я поняла, тебе нравится снимать свадьбы. Да. Но я же вижу, что ты занимаешься не только свадьбами, но и другими роликами. Тоже видела, тут снимал какие-то мероприятия светского плана, да, вот сейчас интервью наши снимаешь. Да, это к дополнению, то есть здесь, скорее всего, может быть, светских есть доверие, вот, не в плане даже как бы в съемке, и как человека, скорее всего, так как не каждого туда пустят, проверки различные, вот. А здесь к дополнению, вот, допустим, даже мы, вот, Мария, с тобой вот съемки производим, да, это так своего рода даже отдыха, так скажем, толчком такого, такой энергии, что ли, так скажем, творческой. Так зарядка. Скажем. Зарядка, можно сказать, да. И самое интересное, мы помогаем людям тем самым. То есть это как помощь людям. Это, мне кажется, доброе дело. В выборе исполнителей, да. Да, то есть некоторые люди не понимают, куда обратиться, начинают звонить. А здесь вот Starbook, все там это есть. Это каталог. Это каталог. Исполнителей. Да. Да, да, да. Заходите обязательно по ссылке, изучите, сохраните себе, потому что это все будет развиваться. И развивается, да, и работает. Развивается, работа идет, там будет еще намного интереснее, круче. Все только еще начинается. Переходим от стадии рекламы Starbook к стадии рекламы Азата, да? О рассказе об Азате. Азат, еще скажи мне, пожалуйста, сколько стоит вот твоя работа? Предположим, это свадебная съемка. Сколько это стоит? Свадебная съемка стоит от 25 тысяч. Это все индивидуально, так как есть еще и технические стороны, да, там кому-то нужны дополнительные там это квадрокоптеры, там, допустим, вторая камера. То есть от технического оснащения цена оснащение, зависит? Да. Еще от чего зависит цена? И зависит от меня, как добрый видеограф, может сделать скидку. Со мной можно легко договориться. Ты берешь предоплату? Предоплату обязательно, конечно. Обязательно. Это бронирование. Для меня гарант то, что я в этот день буду именно с этими молодоженами, которые мне позвонили. Вообще, что такое предоплата? Предоплата – это, правильно сказал, гарант для исполнителей, что мероприятие состоится. Предоплата, как обычно, она не возвращается, если мероприятие отменяется. Это правило. Страховка так, своеобразная для исполнителей. Поэтому я сейчас этот вопрос задала. А предоплата у тебя большая бывает? Я беру стандарт 5 тысяч. 5 тысяч. Затем я заключаю как бы договор. Да, обязательно. То, что был внесен аванс, у нас есть общая договоренная сумма. И потом уже ждем того момента, когда наступит тот день. Мы всегда на связи, какие-то вопросы возникают, обсуждаем, помогаем. Так как я в этой сфере давно. Знаю, чем могу помочь, да? Азат, скажи, а есть готовая локация уже для съемок у тебя? Или ты работаешь каждый раз в новых? Да, локаций очень много. То есть нужно все изучать. Для лета, например, да, сейчас вот, если брать, допустим, город Казань, в принципе, здесь очень много локаций, и об этом уже говорить не нужно. Даже молодожены больше знают. Они изучают абсолютно все, где что, как можно. Поэтому, приходят готовыми. Да, то есть уже с пожеланиями, ну, конечно, мы, я советую, прежде всего я спрашиваю, где вы хотите, что вы хотите, как вы себя видите, как хотите себя видеть. Вот. Если вы за город, классно. То есть там уже мы по своей теме работаем с идеями, я им предлагаю, давайте вот так, вот так, вот так. Вот. Если внутри города, значит... У нас в Казани очень много красивых мест. У нас мест, очень много мест, да. Согласна с тобой. Поэтому по локациям все легко на сегодняшний день.
Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя пожелания для заказчиков? С чем они уже должны прийти к тебе для того, чтобы ты сказал, можешь ты взять их в работу или не можешь? Первым делом это дата. Многие сейчас звонят, интересуются, вот, допустим, на август месяц. Я спрашиваю, а у вас какого числа именно? Мы пока еще определяемся. То есть я не могу уже забегать наперед и что-либо говорить, так как определение даты играет важную роль. Угу. После этого, значит, я опять-таки возвращаюсь, что вы хотите, как вы видите, ваше представление. Угу. Вот. Конечно, я консультирую, чтобы не было никаких упущений. Даже детально расписываю костюмы, то есть принадлежности, начиная с мелочевки. Вот. И чтобы в этот день не было никаких недоразумений. Азат, я хочу для заказчиков потенциальных от тебя подарок. Какой это будет подарок? Азат, расскажи, пожалуйста. Для тех, кто закажет видеосъемку на свадьбу до конца марта месяца, получит подарок от меня Love Story. Съемка Love Story? Круто! Бесплатно! На вашу свадьбу! Так что пишите в комментариях, я хочу в подарок Love Story. И Азат сделает это для вас с условием, что вы заказываете видеосъемку свадьбы. С удовольствием. Надеюсь, потенциальные заказчики взяли для себя нужную информацию, и мы были полезны для вас. Ну что, сегодня мы узнали, что снимает Азат, как долго он делает съемку, сколько это стоит, и еще мы выпросили у него подарок. Подарок – съемка Love Story. Так что приходите. Смотрите, выигрывайте. Если вам нужен видеограф, пишите мне. Я свяжусь с Азатом, и Азат свяжется с вами. Пока-пока! Всем пока-пока! Звоните, не стесняйтесь, уточняйте.